Сегодня мы находимся здесь для того, чтобы узнать о принципе Гуру. О том, что делает Гуру. Whatever you have, all the precious things within you. Он открывает в вас все то ценное, чем вы обладаете. Them for your knowledge. Ради получения вами знания. Actually, фактически, it is all there. Все это существует. Everything. All the knowledge, все, все знание, all the spirituality, вся духовность, all the joy, вся радость, is there. Все это есть, like time. Как по часам. It's all contained within you. Все это находится внутри вас. Единственное, что делает гуру, это то, что он заставляет вас познать ваше собственное знание, познать свой собственный дух. Внутри каждого человека есть дух. Внутри каждого человека есть духовность. Вы ничего не получаете извне. Но до тех пор, пока вы не получите этого знания, вы имеете дело, или же вы живете в невежестве. Пребывая в этом невежестве, вы не знаете, какое сокровище находится внутри вас. Так что работа гуру состоит в том, чтобы заставить вас познать то, кем вы являетесь. Это первый шаг, с которого начинается это пробуждение внутри вас, благодаря чему вы узнаете, что вы не являетесь этим внешним миром. Все это иллюзия. И вы начинаете внутренне просветляться. Одни люди сразу же получают весь свет, другие же получают его постепенно. Познание самого себя является сутью всех религий. Вы должны пойти к тем людям, которые сражаются во имя религии, и спросить их, добиться от них ответа на вопрос, помогла ли вам ваша религия познать себя? Если все эти религии говорили одно и то же, тогда вы должны исповедовать их только лишь для того, чтобы познать самих себя. Но люди уходят в ритуалы, думая, что выполняя все эти ритуалы, они приближаются к Богу. Они живут в абсолютном невежестве в отношении самих себя и изо дня в день делают что-то такое, что не имеет никакого отношения к их духу. Существует огромное количество акробатов, проповедников, пудж. Это продолжается и продолжается. Из-за всеобщего невежества люди постоянно платят им деньги, и такие люди становятся очень богатыми, интересуясь только деньгами.
Они хотят лишь полностью выкачать из вас деньги, все без остатка, и сделать из вас дураков. Они раздувают ваше эго. А когда оно у вас раздуто, вы просто начинаете дрейфовать в этот океан иллюзий. И вы тонете в нем, считая, что вы очень религиозный, и вы соединены с Богом, но этого нет. Чтобы познать Бога, прежде вам необходимо познать себя. Не познав себя, вы не познаете Бога. Требование познать себя является существенным. Но когда вы познаете себя, вы добиваетесь этого только частично. Вам недостает опыта. Знание же должно прийти. И ваш гуру и дает это знание о самом себе. Вы должны удостовериться в этом. Вы должны определить, истинно ли то, что говорил вам ваш гуру или нет. Правильно ли это или нет? Точно ли это или нет? Или же это очередная иллюзия? В этом восхождении люди сталкиваются со множеством проблем. Наипервейшие из них — это проблемы эго, особенно на Западе. Ваше эго растет, и вы начинаете думать, что вы великий человек, что вы лучше других, и что вы в чем-то особенный. Я думаю, что такое невежество опаснее обычного мирского, потому что, обладая мирским невежеством, вы, тем не менее, чувствуете, какие могут быть последствия неверных поступков. Но когда вы на полпути, когда ваше невежество касается вас самих, и когда вы поднимаетесь в более высокую область сознания, тогда нужно всегда понимать то, что у вас не может быть эго. Что тогда начинается? Интроспекция. Вы начинаете смотреть на самого себя. Что не так с вами? Когда вы понимаете, что у вас есть эго, вы начинаете смотреть на себя. Или же, когда вы обнаруживаете, что у вас чего-то недостает, или что-то не в порядке, тогда также вы начинаете интроспектировать. Эти усилия должны быть очень, очень честными. Некоторые люди в сахаджа-йоге на очень ранней стадии начинают думать, что они весьма великие, и им не нужна никакая интроспекция. Они вновь оказываются в тучах невежества, не достигая самопознания или же самореализации. Поэтому вы должны интроспектировать и убеждаться самим в том, что вы делаете, чем вы являетесь и сколь далеко вы продвинулись. Насколько... Пожалуйста, не переводите сейчас, хорошо? Вы сможете сделать это позднее. Вы должны слушать мою лекцию с полной концентрацией внимания. Даже если вы не понимаете, она будет производить необходимое воздействие. Итак, стиль такого человека постепенно меняется. Каким образом? Прежде всего, исключительно агрессивный, вспыльчивый и полный эго человек начинает становиться очень добрым и мягким. Другого же типа человек,
напуганный, боязливый и очень осторожный начинает становиться бесстрашным. На этой стадии у вас отсутствует страх. Вы уверены в том, что вы находитесь на правильном пути и что вы движетесь в правильном направлении. Вас невозможно легко вывести из себя, но все же вы должны подниматься все выше и выше. Когда вы медитируете, вы понимаете, что в вас что-то не в порядке. Вы достигли вашей самореализации. Вы имеете благословение самореализации. Ваше здоровье хорошее. У вас есть всевозможные благословения, которые вы даже не можете сосчитать. Все это есть, но все же вам необходимо идти дальше. А это заключается в том, чтобы понять все знание в отношении сахаджа-йоги. Вы должны понять его вначале посредством своих умственных способностей, а затем вы должны убедиться в том, сколь это понимание является правильным, насколько вы поняли его, насколько вы проработали его, сколь глубоко вы поняли его. А когда вы начинаете видеть себя, вы начинаете входить в эту область бхакти. Вы становитесь мягким человеком, вы становитесь приятным человеком, вы не говорите слишком много, вы не докучаете никому, вы очень приятный человек. Очень добрый человек, очень понимающий человек. Такой человек должен контролировать свое поведение в отношении другого человека. Тогда его внимание начинает переходить от одного человека к другому, и он начинает видеть, каково его поведение, какова его любовь, каковы качества его сострадания. Когда вы любите кого-то безо всяких ожиданий, просто любите, тогда вы абсолютно преданы этому человеку. Абсолютно. Вы просто подчиняетесь ему. Вы делаете все для этого человека. Если есть этого вида любовь, которую вы называете отдачей на милость, это просто любовь. Отдача на милость есть не что иное, как любовь, и эта любовь несет чрезвычайно большую радость. Появляется эта бхакти, появляется эта преданность, и вы очищаетесь благодаря этой бхакти. Все, если их можно так назвать, ваши плохие качества, все ваши недостатки, все ваши проблемы теперь доступны вашему пониманию, и вы преодолеваете их. Если же вы видите кого-то с теми же качествами, с теми же проблемами, вы, любя этого человека, стараетесь смириться с ним. Такой человек просто терпит их.
У него нет агрессии. И такие люди прощают. Реализованные души постоянно прощают. Их способность прощать колоссальна. Они не испытывают никакой злости по отношению к кому бы то ни было. У них нет никакого гнева по отношению к кому бы то ни было. Они только лишь терпят и прощают, и прощают. Это прощение является, я бы сказала, музыкой вашей бхакти. Масштабы этого прощения, которым могли обладать эти учителя, мы можем видеть в жизни Христа. Их мучили, распинали. Большая часть святых подвергалась мучениям. Людям они никогда не нравились. Их распинали. Но, как вы знаете, они никогда не возмущались. Они никогда не мстили. Они никогда не делали ничего, что не было бы сострадательным. У них было сострадание. И такое сострадание к этим людям они ощущали, что их словами были: «О Боже, прости их, ибо они не ведают, что творят». Они были крайне сострадательны до такой степени, что оно стало их природным качеством. Когда оно входит в их природу, они становятся людьми, пребывающими в полном мире. Они никогда не теряют спокойствие. Их никогда не беспокоит происходящее. Они считают, что это Божья воля. Потому что ничто не может побеспокоить их. Ничто не может расстроить их. Они просто наслаждаются своей преданностью. Преданностью к своему гуру, преданностью к Богу. В этой преданности они могут писать прекрасные стихи, они могут постоянно танцевать, они могут постоянно петь, потому что они имеют этот мир внутри себя и наслаждаются собой. Когда они наедине, они никогда не одиноки. Они наслаждаются сами собой. Они знают, что едины с Божественной силой. И это благословениями Божественной силы они наслаждаются. Другой аспект состоит в том, что они никогда не прибегают к искусственности. Они никогда не беспокоятся, никогда не расстраиваются. Они не устремлены ни в будущее, ни в прошлое. Они пребывают в настоящем. Когда они находятся в настоящем, они абсолютно безмолвны. Если существует какая бы то ни была проблема, или же что-то происходит с ними, они немедленно уходят в безмысленное осознание. Это их качество. Чтобы стать гуру, вы должны выработать у себя такую личность, не быть связанными ничем. Я приведу вам свой собственный пример. Я никогда не спешу. Я никогда не беспокоюсь о времени. Однажды я улетала в Америку. Если вы уверены, что Божественная сила имеет планы в отношении вас, вы не беспокоитесь. Божественная сила заботится о вас. Зачем же беспокоиться? Я уезжала в Америку, а один ребенок упал. Я как раз должна была подняться и уехать. Эта девочка сломала руку.
Когда я увидела ее, я сказала: «Ничего страшного, я приведу ее в порядок». Мне возражали: «Но ведь вы уезжаете в Америку». Я ответила: «Я поеду туда в любом случае». Итак, я оказала помощь ребенку, на что потребовалось что-то около получаса, а затем я вышла и сказала: «Хорошо, поедем в аэропорт». Мне сказали: «Мать, вы очень опаздываете». Я сказала: «Я никогда не опаздываю. Давайте поедем». Мы приехали в аэропорт, и оказалось, что самолет, которым я должна была лететь, не в порядке. Но был другой самолет, который летел в Вашингтон, а не Нью-Йорк. А я именно до Вашингтона и хотела лететь. Так что просто представьте себе, как такие вещи получаются. И мы называем их сахаджа. Все произошло сахаджа. Что означает самопроизвольно? Но прежде всего, ваша личность должна быть такова, ваша преданность должна быть столь велика, чтобы божественная сила была обязана заботиться о вас.